45 842 40. Сейчас кто-то тебе точно звонит, Фальстар. А если друзья звонят, это... О, уже звонят, Фальстар. О, я говорил, Фальстар. Фальстар не считается. Друзья, не считается. Хорошо. 305 842 40. Один. Сейчас кто потом около позвонит. Ждем. Не, не звонят. И последняя цифра. 9. 305 842 40 19. Я бы хоть правильно звонят. Назвал. Звонят. Звонят. А номер 560... Давай скажем, ответим, да? Выходите к нам с телефона, подожди, что вы... Алло, алло, алло. Это реально вы? Реально вы? Подожди, подожди. Сейчас, у меня второй звонок и третий, я сейчас скажу, какой номер был. Ты всех... Я скажу номер и перезвоню. Был 561... 306, 41, 56, и я этот номер сейчас набираю. Выходите к нам! Подожди, подожди, пусть засветится, да? Да я верю, ну ладно, чего ты? Ну, я тоже верю, сори, Паша. Выходите к нам! А, друзья, пока наш гость выходит... друзья, пока наш гость выходит, вот, теперь у каждого из вас есть свой номер телефона. Если вам что-то нужно или снять видео, праздник, у вас этот номер есть. Сертификат на неделю от Sunshine Academy, скидка 300 баксов. Давайте поаплодируем тому, кто ставит быстрые пальцы на телефонах. Как вас зовут? Это неправда. Анастасия, а как тебя зовут? Вика, Анастасия и Вика, ваши аплодисменты. Анастасия, давайте мы пару слов всем нашим гостям, кто сегодня пришел нас поддержать и просто подразить. Что хочется пожелать русскоязычным жителям Майами? Добрее. Быть добрее! Классно! Спасибо большое. Друзья, будьте добрее, пожалуйста. Будьте добрее. Анастасия пожелала. Итак, мне продолжают звонить просто, прям названивают. Авиарежим, друзья, сори, авиарежим. Ну что, давайте попробуем с глоу-стиками. Ребята, покажите еще раз, есть у вас? Так, ну что-то есть, что есть? Мы попробуем. Но что-то мало, да, мало света, я прям вижу, что очень мало. Те, что есть, те, которые раздали. Давайте попробуем. Да. Получится? Круто. Не получится? Тоже круто. Ребят, на счет раз, два, три мы крикнем. И надо будет просто эти глоу-стики подкинуть вверх. Не совсем высоко. И смотрите наверх, чтобы они не будут возвращаться. Потому что все стрелит вверх, оно возвращается. И как на это все нужно сфотографировать и снять? Ребята, готовы фото, видео? Друзья, давайте на 3, 2, 1 все подбрасываем глоу-стики вверх. Сейчас это как классный какой-то подклад поставим, ну, чтобы, если уже делать, чтобы с классной музычкой. Знаете, на душе это приятнее, когда музычка-то прикольная. Да, музычка есть. Что вы хотели сказать, ребят? Это первый фестиваль. И если вам понравилось, если всем понравилось, я думаю, он может повториться. Поэтому давайте мы сделаем сейчас эту репетицию, вполне возможно, через год мы сделаем что-то похожее. Вы готовы? Покажите! Камеры готовы? Круто, круто, круто! Ну что? Три, два, один! Надеемся, что получилось. За сцены было реально очень... Знаете, что самое клевое? То, что спонсор этих глоу-стиков Sunshine State Academy. Ребята подготовились и подарили нам эти стики. Ваши аплодисменты! Большое спасибо Sunshine State Academy.
получайте подарки, друзья. Мы потом снимем тебе видео и покажем, что получилось. Мне интересно, все живы? Ребята, спасибо большое. Это очень приятно. Это был первый фестиваль для русских. Это очень круто. У меня перепал эмоции, ребята. У нас для вас есть еще одна песня. Ее очень многие знают. Если вы там все вместе сможете подпеть, нам надо подготовиться. И мы сделаем рокировочку такую. Вот. Маленькую рокировочку, пока можно поаплодировать. Но мы хотим представить нашего еще одного группника. Сергей Смирнов! Спасибо, друзья, спасибо. У нас сегодня самый лучший день, вы знаете об этом? И поем вместе. Сейчас наши мужиканты примутся. Триста тысяч солнца за спиной, 300 тысяч планет надо мной. Не устал создатели в небе кружить. Каждый раз просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. Очень здорово все-таки жить. Так, припев, помните, вместе поем. А где ваши руки? Ребята, спасибо. Нам очень приятно, что у нас сегодня первый раз, и так получилось все клево.
Друзья, всегда мечтал быть барабанщиком, вот палочки просто выброси. Серьезно, сори, я потом тебе куплю новые. Друзья, всем большое спасибо, что пришли. Было классно. Надеемся, что еще повторил. Ребята, вам понравилось? Да! Хотите еще? Да! Ну, я надеюсь, что City of Sunny Hills Beach услышала, увидела вас. Я надеюсь, что этому фестивалю продолжению быть. Посмотрим, не знаю, поаплодируйте, чтобы это случилось. А давайте еще, друзья, поаплодируем той команде, ребят, стояли на сцене. Я еще раз говорю, что я горжусь, что я работаю с этими людьми на одной сцене. Ваши аплодисменты команде, которая сегодня выступала. Давайте поаплодируем и нашим ведущим, Хьюз Гроу. Спасибо. Алексей Барлин. Друзья, классно, суббота, можно идти дальше в рестораны, можно идти дальше кушать, отдыхать с хорошим послевкусием после фестиваля. Спасибо! До новых встреч! Респект! Спасибо!